Кабинеты судей – это табу. Посетителям туда заглядывать запрещено. Но нашей съемочной группе понаблюдать со стороны за работой служителей Фемиды удалось. Татьяна Гаргадзе окончила самый престижный и ведущий вуз страны – Белорусский государственный университет. Знания получала на факультете международных отношений. Работала секретарем в суде Барановичского района, а после была назначена судьей суда Московского района Бреста. В ее компетенции гражданские дела, связанные с разрешением споров – вытекающих из трудовых правоотношений, а также споров, связанных с воспитанием и содержанием детей. Нельзя сказать, что есть дела сложные, а есть дела легкие. Все дела сложные, с учетом специфики рассматриваемой мной категории дел. Каждое дело требует индивидуального подхода, особенно дела, связанные с воспитанием и содержанием детей, дела, связанные с определением порядка общения отдельно проживающего родителя и определением места жительства. Поскольку решение должно быть в первую очередь законным, обоснованным, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, но в первую очередь соответствовать интересам и не нарушать права ребенка несовершеннолетнего, в отношении которого этот порядок общения устанавливается, либо место жительства которого определяется. Зачитывание прав, дача пояснений, изучение обстоятельств, оглашение решения в месяц. Судья суда Московского района Татьяна Гаргадзе рассматривает более 40 дел. Работа, безусловно, суперответственная и психологически тяжелая, ведь за каждым процессом жизнь человека. Видимо, неспроста слова «суд» и «судьба» однокоренные. Она признается, несмотря на 5-летний опыт, оставлять работу на работе так и не научилась. Оно и понятно. Судья – профессия необычная. Это скорее образ жизни. Цель Амины стать судьей была поставлена, понятно, не с рождения, и даже не тогда, когда я выбирала профессию, когда я решала, в какой университет буду поступать, когда я проходила практику производственную на 3-м курсе университета в суде Барановичского района города Бреста. И вот в силу программы, которая практикой была предусмотрена, поприсутствовала на судебном заседании, очень захотела и поставила для себя цель вот стать судьей. Потому что уже тогда я посчитала, видев, когда в процессе участвуют адвокаты, юристы организации и иные представители, я посчитала, что в любом случае последнюю точку в любом споре все равно ставит судья. И мне показалось, что вот эта должность – это, наверное, тот пик профессии юриста, о котором может мечтать и каждый юрист, и назначение тебя на должность. Ну, прям на мой взгляд, это вот подтверждение со стороны государства твоего профессионального уровня и мастерства. Есть расхожее выражение «плох тот юрист, который не мечтает стать судьей». Татьяна Гаргадзе стала, но мечтать и ставить цели не прекращает до сих пор. Еще есть куда расти. У меня уже есть мечта быть назначенной на должность судьи суда областного суда. Мне кажется, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И вот действительно, вот сейчас уже цель поставлена, стаж работы у меня уже есть необходимый для назначения на эту должность. Ну, конечно, для того, чтобы на нее быть назначенной, необходимо, чтобы тебя как профессионала оценили в областном суде и чтобы считали, что ты по уровню профессионального развития достоин занимать эту должность. Виктория Нечаева, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.